Первое городское открытое первенство по прыжкам в воду собрало в стенах Брестского центра водных видов спорта порядка 7 десятков спортсменов. Торжественное открытие состязаний состоялось накануне. Лучшие спортсмены трех регионов встретились на Брестщине, чтобы определить самых сильных и подготовленных. Вид спорта, как прыжки в воду, в Бресте не так давно. В принципе, сначала с момента открытия ЦОРа здесь появились первые тренера, которые стали прививать данный вид спорта. На начальном этапе было буквально 13-15 спортсменов всего. Сейчас их уже порядка 200 человек. На соревнованиях судьями оценивается как качество выполнения акробатических элементов в полетной фазе, так и частота входа в воду. Задача спортсменов – сделать свой элемент не просто красиво, но и профессионально, с минимальным количеством брызг и лишних движений. Оценка каждого прыжка проводится по открытой системе, по шкале от 0 до 10. Соревнования будут проходить с трамплина 1 метр, 3 метра, вышка 3, 5, 7, 10. Возрастные группы у нас будут 4 до 9 лет, 10, 11, 12, 13 и старшая возрастная группа 14-15 лет. Несмотря на довольно юный возраст Брестской Федерации, качество подготовки спортсменов и их количество является наглядным подтверждением того, что будут еще высокие награды, будут заслуженные победы и успехи. А для этих ребят, участников первого городского первенства, эти соревнования – хороший шанс заявить о себе, сделать первый шаг на пути к профессиональному спортивному олимпу.